Новосибирцы все чаще обращаются в магазины с претензиями. Потребители перестали бояться и не готовы терпеть несправедливость. Штудируют закон о защите их прав. Помочь покупателям в споре могут в администрациях районов. Как доказать, что покупатель не виноват в неисправности товара, если вам продали кота в мешке? Расскажет Александра Медведенко. Супруги Винниченко о собственном доме мечтали давно. Дачное спокойствие привлекательнее, чем постоянный шум города. 3 года назад мечты обрели реальные очертания. Двухэтажная резиденция площадью 112 квадратных метров появилась довольно быстро. Но домашний очаг без очага немыслим. Все приготовили, ну а печь начали ходить по магазинам. В один магазин. И все нам вот в Фарнаксе посоветовали карбона 15. То есть на эти квадраты, которые у нас есть. А зимой начались проблемы. И проблемы не маленькие. Виктору с женой в собственном доме приходилось спать в одежде. Купленная печь не могла обогреть даже половину дома. Поначалу пробовали справиться сами. Мы какие только угли не пробовали. То есть мы даже самый дорогой, который продается в поселке Садовом, там 200 с чем-то рублей по 350 килограммов, по 300 рублей, мы даже там ездили брать. За всю зиму затраты на отопление дома возросли до 30 тысяч рублей. Такие хлопоты с печью обошлись слишком дорого. На эти деньги можно было купить второй котел. Мастера по гарантии несколько раз проверяли оборудование. Изъянов не нашли. В том, что печь, рассчитанная на обогрев 150 квадратных метров, не справляется с задачей, лишь обвинили покупателей. Помогли семье Винниченко уже специалисты отдела по защите прав потребителей. Первый раз мы пришли, у нас было в претензии указано, чтобы нам поменяли, устранили недостатки. Вот. На что сервисный центр нам сказал, что у вас недостатков нет, печь работает. Но на каждого такого продавца все-таки есть четко прописанные нормы. Закон о защите прав потребителей учитывает все, в том числе и случаи, когда продавец сообщает неправильные характеристики товара. В соответствии со статьей 10 Закона о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность правильного выбора. Согласно статье 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю своевременно не была предоставлена данная информация, он вправе отказаться от договора купли-продажи. Супругам Винниченко удалось вернуть печь в магазин и получить деньги назад. А сегодня они уже ждут установки нового, более мощного котла, в надежности которого они не сомневаются. А если и эта печь подведет, то Виктор и его жена знают, куда обратиться за помощью. Александра Медведенко, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.